Здравствуйте, в студии Ольга Осипова. Прогноз погоды на сегодня. Наш выпуск представляет Центр медицины сна, лечение храпа и бессонницы у взрослых и детей. Итак, в предстоящие сутки Урал будет находиться во власти обширного циклона. В регион начнут поступать более теплые и влажные воздушные массы. Небо затянут плотные облака, а повсеместно пройдет снег, усиленный ветром и метелями. О погоде в Челябинской области. Во всех городах облачно и снегопады. Ветер южный до 11 метров в секунду. Самая низкая температура в Магнитогорске, там 10 градусов. В Карталах и Южноуральске минус 9. В Верхнем Уфале и Троицке 8, ниже 0. А в Садке и Златоусте теплее всего, там минус 7. Завтра в Челябинске переменная облачность, снег, метель. Ветер южный 6-11 метров в секунду. Температура воздуха в дневные часы минус 7, минус 9. Атмосферное давление будет падать и составит 731 миллиметр ртутного столба. Данные о погоде предоставлены Центром ФОБОС. Хорошего настроения и отличного дня. Муж храпит. Семья не спит. Теща сонная ворчит. Чтобы вам семью спасти, нужно к доктору идти. Вам помогут без труда в Центре медицины сна. Если крепкий сон вам дорог, позвоните 7-400-140.